Со стороны все происходящее сегодня близ водных объектов Рязани выглядело немного странно. Зачем, могли бы подумать проходящие мимо горожане, природоохранному прокурору так внимательно наблюдать за полетом квадрокоптера? И что представители прокуратуры хотят увидеть, используя съемку с воздуха? На самом деле ничего удивительного. Проходит очередная совместная прокурорская проверка природоохранного законодательства. В ней принимают участие транспортные и природоохранные прокуроры, а также представители МЧС. Основные объекты проверки – река Павловка, Трубеж и береговая полоса реки Оки. Основная цель – обнаружение изменений рельефа русла или береговой полосы рек и загрязнения водных объектов. Последнему пункту уделено особое внимание. Реки, которые протекают на территории Рязани, испытывают значительное антропогенное воздействие. Мы видим, что происходит около них интенсивная застройка. Нам надо упредить наступление негативных последствий. Именно в таком формате, с использованием квадрокоптера, предоставленного МЧС России по Рязанской области, совместная прокурорская проверка проходит впервые. Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин отмечает, что таким образом, с помощью визуализации местности, можно четко определить, какой из субъектов оказывает негативное воздействие. Явные нарушения видны сразу, а если возникнут малейшие сомнения, будет организована рабочая встреча с представителями органов контроля, чтобы определить принадлежность земельных участков или более детально обсудить то или иное антропогенное воздействие на различные компоненты природной среды. В ходе сегодняшней проверки на правом берегу реки Трубеж в районе Московского шоссе правонарушений не выявлено, а вот с левым берегом все не так однозначно. Были обнаружены следы порубки, а так размещение строительных отходов. Законно или незаконно это сделано, и на территории принадлежащей строительной компании или нет, это будет дана уже оценка законности будет дана позже, после того, как мы с Росреестром определимся с принадлежностью данных земельных участков. Следующий пункт проверки – участок реки Лыбедь в районе Северной окружной дороги. Особый интерес он представляет для транспортной прокуратуры. В рамках данной проверки нами будет дана оценка вопросам соблюдения законодательства именно применительно к водному транспорту. И в том числе вопросам использования водоохранных зон вдоль наших судоходных рек. В дальнейшем сотрудникам прокуратуры предстоит обработать полученные в ходе сегодняшней проверки данные и вынести соответствующее решение. В любом случае, подобные исследования с использованием новейших технологий будет продолжаться. А это значит, что работа по выявлению нарушений природоохранного законодательства станет более эффективной.